Просто хотелось предварить показ словами такими, что здесь многозначительно сказать, что это фильм, это еще далеко не фильм. Вот это просто мы не могли как бы обойти вниманием столетия со дня рождения, со дня да, Бориса Викторовича, поэтому мы решили все-таки показать рабочий материал, хотя это никогда не делается. Поэтому просим отнестись нисходительно к каким-то огрехам, там неподобранные хроники и так далее. То есть это фрагмент очень большого многосерийного сериала. Это маленький фрагмент, не фильм. И еще хотел сказать, что будем очень благодарны, если после просмотра вы поймете, что что-то там недосказано и захотите, может быть, что-то сказать, мы с удовольствием это снимем и Бог даст, это войдет в картину.